едет? Жюри едет прямо сюда, понимаете? Прямо сюда! Кончайте репетировать! Быстро, быстро! Не вертись! Кончай вертеться! Прекрати, слышишь? Ну, вроде все. Да, еще закуска для жюри. Вот ты где. Хватит дурака валять. Ты у нас буфетчиком работаешь, а не жонглером. Ромео из буфета. Не для тебя это, Джульетта. Выбрось ее из головы. Почему это? Гришка тебя разорет на части, как змею. Значит так, накроешь для жюри стол в репетиционном манеже на балконе. А где это? Пора бы знать. Ты ведь в третий день здесь работаешь. Значит, подашь кофе. Кофе? Яблоки. Яблоки? Бутерброды. Как их зовут? А, сэндвичи. Сэндвичи. Только быстро, быстро. Одна нога здесь, другая там. В третьем буфете. Ты что делаешь? Взорвать меня хочешь? Скажите, а чем занимается здесь этот большой человек? Это иллюзионист Смирнов, он готовится к выступлению. А это волшебный шкаф, в котором исчезают люди. Смеется еще. Гипноз, ну и так далее. Вы говорите, в этом шкафу люди исчезают? Да. Голая бессмыслица. Да, да не болтайте здесь со своими бобиками. Не верите, что мы репетируем. Гришенька, мне кажется, что днем и ночью вы думаете совсем не обо мне, а о себе. Надеюсь, Танечка, вы скоро измените свое мнение обо мне. Лопухов, закажи нам два кофе и пирожные. Два кофе с пирожным для этого пижона, Гриши. А для меня сосиски с капустой. Точно. Ага. Размеров. Внимание. Живо, живо. Попухов, ну как тут дела? Все в порядке. Да ну ладно. Слон у нас охрип. Все из-за этого профессора. Посмотри, как там сзади. Во все в ажуре. Да. Сработало. Да. Для директора это может очень плохо кончиться. Бедняга. Пошли. Попробуем сами. За мной. Позвольте. Храпит. Эдуард Спиридонович, немедленно продолжай. Сейчас, что, заболели? Все будет. Ведь у вас там люди, ну, в шкафу не заперты. Не хочешь просыпаться? Ну ничего. Что с ним происходит? Я разбужу тебя, увидишь. Не просыпается. Воды. Сейчас. Ну вставай, вставайте. Уходите, 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 уходите. Сейчас, сейчас. Просыпайся же ты! Что с ним делать? Чем его стукнуть? Сейчас. Эдуард Спиридонович! Подожди! Потяните еще немного свой номер, пока мы его вынесем. Я не смогу его удержать больше минуты. Одну минуточку.
товарищ директор. Так несем мы его в конце концов или не несем? Маша! Коля! Товарищ, Маша! Коля, успокойся, Маша. Я здесь! А этот мужчина, он еще там? Здравствуйте, а где же мне быть? Маша! Вот он, возьмите его! Главный, кто у вас тут? Я требую немедленно извлечь мою жену из шкафа! Или где у вас? Отдайте мне мою жену! Где мой Арчибальд? Что вы сделали? Я с моим уникальным пуделем! Это несчастье. Что будем делать? Я не знаю. Бедняга директор. Ему ведь пора на пенсию, конечно. Он старый, уставший. А сколько хорошего он сделал для цирка. Саша, я тебе сейчас очень буду ехать куда-нибудь на юг. Ну, шумящее море, цикады. Все а ты акробатов выпустил? Акробатов? Акробатов! 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 Реквизит принеси, пора на манеж. Сейчас. Товарищ директор! Добрый день. Добрый день. Я профессор Ружечка, я здесь ищу свою собаку. Какую еще собаку? Ой! Ты профессор в шкафу. А действительно было хорошо, а? Ну, конечно. Профессор в шкафу. Профессор в шкафу. Осторожно. Слон. Осторожно, Ванюша. Хрипит. Осторожно, иди потихонечку, потихонечку, Ванечка. Слон лопнул. Журчите там, журчите. Это меня успокаивает. Журчите, журчите. Так, нервненько. Хорошо. Алкоголик в цирке, это добром не кончится. Немедленно смените манеж и выпускайте медведей. Логично. Чтобы я на футбол пошел. Поет как в опере. Скажите, профессор, извините, а теперь, после того, как нашелся ваш Арчибальд, он не мог бы сказать зрителям несколько слов? Ну, конечно. Ведь мы должны себя реабилитировать. Что, это опять Арчибальд, да? Это он, Арчибальд. Извините. Но он не хочет ничего говорить до тех пор, пока мы не подадим друг другу руки. Он заявляет, что это бессмысленно, что прежде чем договариваться с животными, люди должны уметь договориться между собой. Браво! Я очень рад, спасибо. Поздравляю. Спасибо. Это просто прекрасно. Спасибо. Я должен извиниться за сегодняшнюю неразбериху. Вот-то не хватает. Да? Прекрасно. А? Спасибо. По-моему, сегодня был цирк.